Эта битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Накануне вся Россия отметила 71-ю годовщину с даты окончания Сталинградской битвы. В 42-м году фашистская авиация подвергла Сталинград массированной бомбардировке, превратив город в руины. За время сражения в городе погибло более 40 тысяч человек. В Заурале памятную дату отметили в Курганском педагогическом колледже. Здесь есть музей Сталинградской славы, куда студенты и руководство заведения пригласили ветеранов Великой Отечественной. В узком кругу на чаепитии ветераны вспомнили своих боевых товарищей, послушали песни военных лет и стихотворения в исполнении студентов колледжа, почтили память погибших минутой молчания.